Что ж, здесь победить кого-нибудь будет непросто. Yeah.
Нужно действовать осторожно. Здесь бдительные стражники.
Чего стоит одна жизнь без тысячи других за ней? Я на свободе. Спасибо. Я свободна. Спасибо. Свобода. Я у тебя в долгу. Надеюсь, тебя никто не похоронит.
Ну, легенда правдива? Как это было? Что случилось с тобой и копьем? Тише, Геродот. Копье обрело силу, я чувствую. Ты был прав. Там был какой-то артефакт. Он показал мне видение. Она с мамой. Значит, древняя цивилизация реальна. Алексиос, ты не представляешь, какая сила заключена в копье Леонида. Это еще не все. Деймос выследила меня. Она рассказала, что культ начал действовать. Они ищут нас, мою семью, Перикла. Почему она раскрыла тебе свои планы? Мне все равно. Мы плывем в Афины, предупредим Перикла. И нужно найти мою мать раньше культа. Значит, нас ждет Пникс. Если Перикл жив, он там.
Попробую найти укрытие.
Никого не видно? Здесь никого! Все в укрытие! Вон там! Там расположился лучник! Я знаю, да, где стреляют оттуда! Никого нет. Это же... Спарта!
Чем могу служить, жрица? Из порта отбыл корабль с грузом на борту. Я указала благоприятный момент для отплытия, но все напрасно. Корабль пошел ко дну? Да. И тот, кто его потопил, по слухам, похож на тебя. Не хочу тебя винить, но солдатам нужны припасы, которые сейчас на морском дне. А вернуть нужно мне? Нет. Ты должен выследить этих тварей. Перебей их всех до одной. Я берусь. О, боги, рада слышать. Вернусь, когда закончу. Нет, нужно сбить огонь! Изыди, дитя Гефеста! Солнце восходит. Буду осторожен.
Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Берегись! Стреляют оттуда!
Huh?